Вадим Бес говорит, если Дальний Восток начнет отделяться от России, то он поедет за это воевать. Другой сказал, что если Ростовский, Краснодарский край, есть тоже такая идея отделяться от... Ну, не Россия, на самом деле, от Москвы. Все называют, все произносят слово Москва. То он тоже поедет воевать против Москвы. А третий был с Москвы, он говорит, а я буду воевать с вами, потому что нельзя отделяться от Великой Родины. И здесь они воюют вместе, а если вернуться домой, то будут воевать против друг друга. Получив военный опыт здесь. Они для этого сюда приехали. Они, каждый приехал, то, что я говорил, воевать за свою идею. И поэтому, если объединяющая их здесь идея растворится в небытие каком-то политическом, появится новое, много. Хуёвое. Поэтому, если на данной территории прекратится победоносное шествие вперед, они все поедут домой нести свою идею, с которой они как-то, которую они реализовывают здесь вот в виде великой победы России. Если ее отобрать, то начнется гражданская война в России. Все будут воевать за свое. То же самое в эту войну вольется очень много... Прикрути, пожалуйста, бытовые радиопереговоры. Очень, если эта территория будет отдана обратно под не русский протекторат, неважно в каком виде, то ли это будет какое-то Приднестровье, то ли это будет часть Украины, это вообще нонсенс, конечно, вот, то все люди, умеющие воевать, поедут в Россию, ну, как-то находить себя в жизни, потому что здесь всех убьют, они это понимают. И если там начнутся какие-то события, они начнутся уже на горячих углях. Это согласен. Будет очень быстро и очень жестко. И тогда в хаос погрузится Россия на, я думаю, долгие годы. Соседи не останутся в стороне, недоброжелательной России. И будет ад. Будет долгий период смуты и братоубийственной войны внутри. Ну, мы это тоже можем пережить, конечно, но лучше не надо.